25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия. Это профессиональный праздник работников Следственного комитета, профильных подразделений МВД и ФСБ. Праздник молодой, его отмечают с 2014 года. А вот профессия следователя в нашей стране существует уже более 300 лет. Именно 25 июля 1713 года указом царя Петра I была образована первая в России следственная канцелярия. С тех пор и по сей день служба сотрудников следствия занимает особое место в правоохранительной системе. Они ведут сложную, кропотливую и ответственную работу, решая задачи государственной и общественной значимости. Вносят огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией и экстремизмом.